Всем привет, с вами Илья, и это канал Малой Гейм. Сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием Minecraft Story Mod. У нас эпизод 1 Орден Камня. То есть в прошлый раз у нас, получается, вот эта тёлочка нашла какую-то башку там скрипера или кого-то там. Вот. По идее, мы должны были ее продать, и какой-то охеревший дедуля ее, короче, спер и упиздил от нас. Вот, соответственно, сейчас будем продолжать прохождение, и вот, да-да-да, на чем мы прошлый... Куда он пошел? Сюда! Через эту дверь. Вот, то есть там, где мы остановились в прошлый раз. Что будем делать, когда что-то его поймаем? Если миллион способов сыграть, это вежливо, попросим. Вежливо попросим. Коротко, мило и по существу? Неплохо. Готовы? Готовы. Он ни хера, он его свинит, а смотрите, какой взгляд грозный. Что-нибудь видно? Должно быть, он пошел другим путем. Зелье, куча. Что это? Похоже, здесь был подвал, старое место для укрытия. А странное. Бьюсь об заклад. Короче, я если найду его классное, ведь сможем это прихватить, так? Аксель, мы здесь не для этого. Я же сказал, что если вы попросим, Аксель. Да, но раз парня тут нет, то попросить некого. Короче, не хочу опускаться до этого уровня. По-моему, здесь это неплохо. Просто разыщите череп. Давайте думать о черепе, а не воровстве. Видишь, они не дают повеселиться. Мы разрешили тебе, короче, там. Чем быстрее мы найдем то, что ищем, тем быстрее отсюда свалим, короче. Типа такого что-то. Давай заглянуть на шкаф. В основном все для варки зелий, да, типа что-то там. Петра, что у нас с Петрой? О, привет! Слишком тяжелый и мягкий, но очень эффектный. Да уж, вряд ли этот парень немного сражается. Слушай, каменный меч все еще при тебе? Пришлось помахать им перед этим болваном мясником, нужно было попасть. А, это спасти Рубина. Впечатляет. Решила оставить, но слишком мягкий и тяжелый. Ничего, все равно может пригодиться. К тому же он очень эффектный. Так, ладно, пойдем дальше. Аксель, что у тебя тут? Что-нибудь есть? Хочется это украсть. И вон то руки сами собой тянутся. Да ты, блядь. Давай, чё ты? Затейливое зелье. Что это? Посмотрите на это. А вы мне не поверите, клянусь, я видел это во сне. Ага, зелье, согласен, это прогресс, но все же... Не трогай. Буду очень рад. Аксель, сделай одолжение, поищи этот череп. Я и так ищу. О нет, ты так делаешь, что наоборот, короче. Он обязательно заметит пропажу своего замечательного. Зелье, короче, хорошо всегда замечает. А, заметать следы, готово. Идеальное преступление. Вон, мы нашли, короче, какой-то рычаг. Это заебись, что Аксель это спер. Оказывается. Ну, бля. Ну, чё, ребятня? Чёрт возьми, что это? Песок души, он повсюду в Нижнем мире. Я насчёт того, короче, никогда не видел ничего такого. Так, попробую посмотреть поближе. Не стоит, я так думаю. Да, не трогай. Мне было любопытно. Не забывайте, зачем мы здесь, мы ищем череп. Сейчас что-нибудь бы произошло по Лебасу. Сундук, конечно, давай посмотрим. Итак, хорошие новости и жутковатые новости. Нашел череп, но что за черт? Чем я рискую головой ради этого черепа? Нужно выбираться, может, да, его прицелить. Что означает эти черепа?
Ну, это, короче, когда сказали, сундук с черепами были спрятаны здесь вместе со всем остальным, это неспроста. И что значит? Кажется, я знаю, в чем тут дело. А песок души плюс три черепа искушителя, это же рецепт для создания чего-то там. Иссушитель какой-то. Один из самых ужасных монстров. А мы спустились сюда, чтобы найти череп. Мы его нашли. А может просто взять его и свалить отсюда, пока есть возможность? Пиздец, нет возможности. Народ, бежим! Ну, чё? Ты беги. А, вот так должно было быть. Опять этот. Ты меня не узнаешь? Или, пожалуй, удивлен нашей встречи? Нет, погоди, думал, что избавишься от меня? Да, вот это, кажется, сам собой разговаривает. Лучше. Хуя свинка спряталась. Ага, свинка свалила. Все в порядке. А, ты посмотри, как он смотрит. Следит прям. Что это было? Кто здесь? Хрена лысый вот этот. Сейчас кого-то найдешь, я тебе скажу. Эй, ты! Что ты тут делаешь? Что вы видели? Оставь его. Ага, прочь, приятель. Вы? Вы что, следили за мной? Ты думал, надул нас? И в конце воду, ага. Так, мы пришли объяснить тебе, что короче. Что собираюсь сделать? Нам не нужно, мы видели твоего искушителя. Короче, мы видели твоего искушителя. Мы знаем, чем ты тут занимаешься, говно. Ты что, душитель черепа искушителя? Ты хочешь построить искушителя? Умнее, чем я думал. Эй, не позволю разговаривать с моими друзьями в таком тоне. Придержи язык, а не то... Довольно? Вы и так уже потратили кучу моего времени. А чё он свалил-то? Куда он делся? Хотите по-хорошему? Буду рад. Короче, о, чё это он делает? Покажи нашим друзьям дверь. Ну, пиндос. И что мы сейчас будем с ним делать? Вниз. Я нажал. Все нормально. То есть все, у нас теперь попер геймплей. Наконец-то. А че? Подожди. То есть мы, короче, ни хера не забрали. Просто свалили. Видать, зря я сказал. Про искушителя было ладно. Так, как сейчас? Впервые за всю историю Крайкона мы с гордостью объявляем... Единственный и неповторимый Габриэль. Ну. Габриэль, мы любим тебя! Спасибо. Вы со мной. А, вы со мной? Вопросительный знак не видел. Все в порядке? Да, свинья хрюкает, значит, все в порядке. Народ. Где Лукас? Мне казалось, он был прямо с нами. Что ж, если его здесь нет, он может быть только... Он все еще внизу. У Айвара есть железный голем. И все составляющие, чтобы построить, нельзя искушить его. Так что тут действительно будет что-то там. Ну, должен признаться, меня буквально заставили чего-то там. Я сам пойду. Давайте вместе проберемся к Габриэлю. Нужно, чтобы Габриэль вытащил Лукаса. И забрался, разобрал так и так. Мы правильно делаем здесь, надеюсь, Лукас сумеет продержаться против голема. Тогда скорее, что взяемся без чего-то там. При правильной подготовке и верном руководстве любого... Ну, чё там? Посмотрите мне в глаза! Хочу, чтобы вы знали, я тоже смотрю вам в глаза. Нам надо пробраться сквозь толпу. Начните верить, сегодня. Да, жалко нет, русской озвучки было бы вообще прям круто, отвечаю, ребят.
Пошли все нахер. Мне нужно вперед. И вот мне прямо сюда. Пошли все нахер. Да, дальше. Какой у вас вопрос к великому Габриэлю? В подземелье монстр. Я видел что-то ужасное в подвале. Тоже? Я не пойму. Этот идиот строит там внизу монстра, говорю тебе. Он представляет угрозу. Действительно, что? Ты ему известно, что я настоящий спец по угрозам? Я не выдумываю, нам очень нужна твоя помощь. Возможно, следует проверить. У меня вопрос. Простите, вам придется дождаться своей очереди. Сперва ответь, ты правда считаешь, что любой может стать великим? Если упорно работать, да. А я что, оплошал в этом плане? Я что, работаю типа меньше? Айвор? Это правда ты? Откуда ты? Этот парень напал на нас. Не скажу, что это для меня сюрприз. Так, тебе сюрприз нужен? Скоро будет. Почему бы не сказать им, как... вижу, время тебя... Там за тебя оно сделало еще глупее. Так, этим людям было обещано величие. Извините, чего хорошего не судит? Что он делает? Ну? Что тут у нас теперь? Ох, твою ж дивизию, что это? Айвор, нет! Ну, хрена лысого, что это вообще? Монстр, вперед! Ёб твою мать, что это за... Ой, твою мать, я не успел нажать. Ага. Что-то тут начинает вылетать всякое. А, это он получается он воду забирает. А, дел, все, он втыкует, все херачит, короче. И становится еще больше, как я понимаю, да? Так, спокойно, этот мерзкий тварь далеко до меня. Так, что монстр вперед? А, не одолеть или далеко? Хуя, говорит. Что ты сделал? Габриэль! Нет, не подходи, ему нужен я, а не ты. Ой, блядь, вниз надо было нажать, не успел. Ну нахрен себе. Но все растет и растет, все больше и больше становится. Теперь у него уже... Гляньте на него, великий Габриэль. Похоже, истинное величие ему недоступно. Он, пожалуй, не сумеет сокрушить этот дверь, зато я... Короче, типа могу там что-то. Монстр, назад! Пошел ты нахер, по-моему, я тебе так скажу. Монстр, назад! Да. Не срабатывает. Не стоит волноваться, друзья. Да ты дурак, что ли? У меня есть эликсир, который что-то там. Так, а, это же не то зелье. Ой, говорит, это не то зелье. Что? Невозможно, оно должно было сработать. Я так старался. Акчин, зелье, ты должен бросить настоящее зелье. Кашель тому принадлежит. Воры, вы все испортили. Акчин, нужен. Давай, кидай уже. Леси, бросай. Бросай, бросай. На. Он пускает вход, а что за ма... А, блядь, самозащита. Что за херня? Так не должно было быть. Ой, вот, вернись, трус. Забрели, сперли. Джейзи, помоги мне. Давай, давай. Ты чё сейчас Габриэля? Ку-ку-ку, давай, давай. Кукуем. Забираем Габриэля. Ты чё? Давай. О, вытащили. Спасибо. В одном Айвор был прав. Эту тварь мне не победить, по крайней мере, в одиночку. Ни хера, он всё больше и больше становится. Все бегут прочь, кроме тебя. Вы мне поможете. Чего мы ждем? Чего мы ждем? Показывай дорогу. Сюда. Я даже озвучить могу так. Какая злобная тварь, все растет и растет. Больше и больше. О, курицы тут, повсюду курицы. Прочь с пути, тросы.
Чего-то там. Нихера себе! Вот это есть иссушитель, да, как я понимаю? Это злобная тварина. Ого, у них три башки. А, ну да, у них, в принципе, изначально было три башки. Все нормально. Короче, он просто хавает все и становится больше, как я понимаю, да? Стой! Эй, я здесь! Кто-нибудь, помогите, народ! По-моему, нам крындец. Используй... А, не-не-не, все нормально. Давай-давай, мы пока идем. Опаньки. Бедолага. Это все прыгает, оп, дебило. Он вообще, короче, ничего не боялся. Давай-давай, вали уже. Как это? Опаньки, как мы, нормально. Лукас! Народ, вы меня оставили здесь внизу, бросили меня. Нет, вы пытались предупредить Габриэля и позвали это что-то там. Джизи! Чё? Все, за нами пришли. Подождите, мы должны держаться вместе. Джесси, помоги мне. Давай, давай, за руку её. Конечно, ты чё? Не отпускай её, братюнь. Эта тёлочка спасла тебя. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, твою мать. О, Габриэль пришел. Давай, Габриэль. О, Габриэль нас спас. Все пучком. Все целы? Нам нужно попасть в мою крепость. Там мы будем безопасны. На, все сыпется, все разбирается. Спасибо за помощь. Что ж, теперь мы в расчете. Охереть, вот он же здоровый, ребята. Ну и что там? А, о, я могу, вот, я теперь управлять могу. Можешь бежать быстрее, ублюдок? Как так-то, а? А, все, я понял. Тык-тык-тык-тык-тык. Почему все бегут быстро, а я бегу медленно? И притормозить я никак не могу, да? О, все нормально, я успел. А, получается, вот этот иссушитель, короче, херачит весь город. А мы убегаем в лес. Держитесь вместе, доберемся до моего храма, будем в опасности. Ой, главное, они еще и пуляют, смотри, он всякой херней. Это Змей Горыныч прям. Кстати, да, трехголовый, точно, Змей Горыныч. Американский, сука, Змей Горыныч. Прямо перед нами. Не останавливайтесь! Встретимся на той стороне! А мне что делать? Ну давай, я сюда побежал. Как мы быстро бегаем-то, а? Так. Бляха-муха! Опять попался. Да что ж твою мать ты делаешь? О, выплывай, пожалуйста. Нет, не выплыл. Давай еще раз. Доберемся. Так, 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 это все это он уже говорил. Ах! А че все кричат-то? И самое что интересное, бежит он именно за нами, да? Опаньки. Так, мы все встретимся на той стороне, это я уже знаю. Давай, давай, давай. Мы побежим вправо. Все, давай, давай, мы бежим. Нормально так бежим. Эй, да че, почему так? Я пытался нажать в сторону. О, как они, скриперы, скримеры, скриперы. Опять сначала. То есть мы должны в этой серии убежать от него, полюбасу. Ну, давай, че. Опа, в сторону, опа, в сторону. Опа, сюда в сторону. Смешно, они все бегут, правда? Ну да ладно. Крестим, давай, бежим налево, за Габриэлем. Да, бежим за Габриэлем. Давай, Габриэль, за тобой. Так, что нам нужно тут сделать? Так. Ай, подожди. Я не... А, нет, успел прыгнуть, я нажал на паузу. Храм совсем близко, за мной горит. Ну а нахер. О, вернулся. Вот это жесть. Давай. Щупальцы, щупальцы. Мои все должны выжить.
Эпаньки, перепрыгнули, все нормально. Мы в храме. Скорее в храм, говорит. Так, тихая комната полностью вау. Все из отсюда инда какого-то. Там, короче. Ну, короче, у нас типа будет нормально. Давай, 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 валим. Вали. Все, валим, валим, валим. Быстрее! Если пройдете через портал, будете в безопасности. Что-то здесь не так, говорит. Нет света! Давай. Все, есть свет. Все внутрь! Немедленно! Габриэль! Давай, давай! Мы должны спасти Габриэля! Ни хера себе, ты чё? Давай, 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 давай! Мы его по-любому сейчас спасем. Опаньки, забрали. Давай, Габриэль, с нами, быстрей. Спасибо. Их так много. Я не могу спасти всех. И я не справлюсь в одиночку. Нужно найти остальных. Остальных? Сорин исчез много лет назад. Найди остальных. Возьми этот амулет и береги его. Хочешь, я с тобой, как я их найду? Как их найду? Где мне искать Мангуса Эйнга? Амулет покажет дорогу. Но все хуйня. Пройди через портал, а потом... А потом убегай. Что потом-то? Что потом-то, твою мить? Ну ничего себе он... Давай, давай. Хуяк. Все кричат, что же? Вы идете через портал, встретимся с остальными, я останусь здесь. Вперед к порталу, я не позволю тебе остаться. Я не уйду без тебя. Ты нужен ребятам, Джесси. Шагай в портал. В случае чего встретимся у храма. Ты что, как так-то, а? Мне-то что делать? Давай, давай, чё, ты-то уже... Лукас! Портал, блядь! А, нет, Лукас, короче... Ай, блядь, ну давай! Давай, Джесси спасём! Спасибо, Джесси! А, это ну, Габриэл всё ещё наверху! Джесси, вперёд! Нет! Опаньки! Короче, всё, нас закинуло в портал... Где мы теперь будем? О, нихера себе. Мы в аду. Отвечаю. Дум. Мы сделали все, что смогли. Что ты говоришь? Джесси, о чем он говорит? Он замерз, а там был хаос. Скажи ему. Почему ты не скажешь, Лукас? Я испугался. Всего на миг. Испугался? Я не виноват. Испугался и не виноват? Назад, такси. Нужно вернуться. Нет, лучше подождем. Думай, на что мы идем. Мы должны вернуться. Ей просто надо дать время. Петра нужна наша помощь. Мы идем. Эй, вон она. Ну же, быстрей. Этот пидорас. Опять вы. Ой, блядь, не успел нажать. Стой, 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 сука, не ломай! Да раз. Все. У нас нет пути обратно. Давайте сожгем этого дебила. Айвор. Вы все испортили. А, не притворяйтесь, воришки, вы взяли у меня самое ценное зелье. Ты не должен. Это твой план, твой мусор. Ты виноват. Гнида черножопая. Возможно, что если бы вы не оборвали меня, я бы его уничтожил. Если люди были бы спасены. Там наверху ничего не осталось. Ничего, кроме иссушающей бури. Чего мы тратим время на разговор с этим уродом?
Надо найти выход. А, девочку. Девочку я ее... Так, когда я бежал к порталу, встретил, она неслась куда-то там, короче. Очень смело, однако между смелостью и глупостью очень тонкая грань. Наш друг где? Да ты трус, короче. Может быть, но я уцелел, и это важнее. Уцелеть — это не главное в жизни. А если не уцелеешь, то и жизни не будет. А в этом туннеле есть пути для вагонеток. Так что там это ваш единственный выход. Ну ладно. Молодец, что смирился с истиной. Что за херня? Что это было? А я бы пожелал вам удачи. Что-то там. А я вам сочувствую. О, сука, он невидимый стал. Нихера себе. Пошли отсюда. Бежим. Что за херь летающая? Он тебе, наверное, говорил Айвер, короче. Ох, нихера себе. Быстрее, давай быстрее в вагонетки, падай. Давай, давай. Держитесь. Все, мы успели свалить от них? Все, куда-то мы едем. Ну, внутри мы в каком-то подземелье. Вот это да, Нижний мир. Да уж, то есть только лавы и огня и других радостей, от которых можно дотла сгореть. О нет! Ого, обрыв! Это какой? Руки вверх, ёпты! Как на американских горках прямо, ёпта. Не, прикольно, что прикольно. О, нет, говорит. Нагнуться. Нагнулись, успели. Еще раз. Что там дальше у нас? Надо полагать, невидимый заметил, что что-то куда-то там. Ага, что? Рубильник. Ну же, давай, что мне с ним надо сделать? Ага, все нормально. Что-то с нами случилось там. А, ну короче. О, а чё мы все в разные стороны-то, а? Эй, что-то так мы... О, Аксель, Оливия, Рубен, кто-нибудь! Он Рубик едет. Погоди, Рубен! Э, ну чё ты, бей его! Бей его ещё раз! На, говна кусок! Рубен! Ладно, Рубин, помнишь, как я говорил, что все больше нормально знаю, тогда я ошибался, зато на этот раз очень нихера себе, вот он здоровый. Сейчас опять глаза откроет. Все, нагинаемся. Бум! На, я смотри, я в нее стрельнул. Ты, по-моему, это плохая идея была, да? А, подожди. А, все, короче, все, я вот... Давай, давай, еще раз, спальни, я тебе сейчас... Да что ты, твою мать? Чуть позже надо. На, говна кусок. Все, как-то так. Вообще, Гаст официально вычеркнут из моего списка запланированных встреч. О, да, твою налево. Так, что у нас? Ого, какой ужас, какой кошмар. Нихера себе! А, как в фильмах, отвечай, голливудский. Прикольно, прикольно сделано, серьезно. О, ты, говорит, вернулся. А, все целые, да? Стало быть, я живеханик. И я тоже живеханька. Поверить не могу, что Петра постоянно сюда спускается. Жуткое место. У тебя, Аксель, потом еще горло. Так... Давайте не будем больше об этом. Нам повезло, что мы уцелели.
Повезло нам, что мы живы остались. А большинство вряд ли могут похвастаться тем же. Наверное, их кости до сих пор где-нибудь в лаве. Ух, как мрачно. Извини. Долго мы тут будем в этом нижнем мире? Может ли человека стошнить внутрь? Ага, меня уже раз пять. Ого, посмотрите на это место! Здесь находятся все пути. Наверное, отсюда можно попасть в любую точку мира. Вон портал. Об этом и говорил Габриэль. Это наш выход. Он должен вести наверх. Наверху эта тварь? Он прав. Мы понятия не имеем, куда попадем. Там может быть опасно. Ну как бы и здесь-то не особо нормально. Спасибо за твою смелость, Аксель. Ладно, иду. Уже иду. Вот, прямо сейчас. Сначала я пойду. Давай я пойду. Сначала я. Я не это имел в виду. Я иду. Ну, если ты так настаиваешь, так Аксель тоже черт смотри, оказывается. Что ж, увидимся на той стороне, надеюсь. Будь осторожнее. Спасибо, Джесси. Ну что? Давай. Иди, братюня. Опаньки. Что за херня? Что ж, это не то, что я ожидал. Твою мать, зомби. У меня есть меч. Сдохни, говно. Ух ты, пронесло. Там был зомби. Ого, он мертв? Ну, то есть, теперь уже совсем мертв? Да! Ну чё, где мы теперь-то? Где мы? В темноте черт знает где. А может стоит расположиться на ночлег, опасно. Я думал, мы к храму идем. Мы ищем громадное здание. Думаю, мы без труда его узнаем. Ну да, Айвар говорил. Надо, может быть, и... Он где-то здесь. Ну, где-то здесь. Вот я не стал бы просто так строить весь этот путь. Храм должен быть где-то здесь. Ага, я тоже так думаю. Я согласен, только не пойму, о чем ты говоришь. Нам надо построить... убежище. Убежище. Я как раз собирался это сказать. Давайте построим домик на дереве. Это займет целую вечность. И пока будем строить, нас могут заметить. Слушай, надо что угодно, только побыстрее. Че опять? Давайте построим хижину. Давайте построим хижину, да что? Лучше хижину, это быстрее. Это не... Все, Оливия, Джесси сделал выбор. Приступим. Ну, что нам надо? Я так тоже могу. О, хижинку из земли. Давай. Ну, как он быстро строим. Столько усилий, а мы все равно под носом. Хорошо, и больше никаких дискуссий. Несколько этажей, но уже совсем поздно. В общем, ладно, сойдет. Давайте держаться, короче, вместе или что-то там, типа того. Нихуя у них квадратный огонь. О, блин! Хочу кое-что вам сказать. Помещайте что-то там, что? У меня есть печенье! Крутыха. Одно мне. Одно Оливии. Одно Джесси. Спасибо, Аксель.
и одну Рубена. Извини, Лукас, у меня только 4. Ладно, отдай печенье, хрен с ним. Давай, мы же добренькие. Держи, Лукас. Ну нет, нет, ни за что. Я настаиваю. Хавай, говорит. Спасибо, Джесси. Пополам же нельзя поделиться, да? Это было для тебя, Джесси, а не для него. Что? Что такое? Что-то мы, короче, всех приуныли. Если бы у вас был выбор, с кем бы вы предпочли сразиться? С одним зомби размером с курицу или с курицей размером с зомби? Делай мудрый выбор. Хороший вопрос. Дай-ка подумаю. Народ, как вы можете шутить в такое время? Петр все еще в опасности. Нужно не падать духом. Нельзя просто сидеть и горевать. Наоборот, будем горевать. Как раз это и следует делать. Аксель, я прав, верно? Может быть, но с ней будет все в порядке. Почему ты так думаешь? Иначе быть не может. Что ж, ладно, народ. Немного отдохнуть, только сможем, начнем поиски там. А моя мысль такая, если мы начнем от портала и что-то там... Эй, что-то, короче, что я тебе сделал? Пытается помочь он, видишь? Извини, Джесси, я не собираюсь сидеть тут и слушать, как этот тип говорит, короче, я всего лишь хочу... Ёпта, ты один носишь эту дурацкую, короче, там... Возьми свои слова обратно, говорит. Не могу. Я ношу эту куртку, потому что я специалист по строительству. Но из этого следует, короче, твои угрозы меня не пугают. Мы теперь знаем, каково ты на деле. Джесси, твой приятель. Лукас, перестань, давайте все успокоимся. Хватит уже, немного ли от тебя вреда? За тебя Петра может быть, короче, сам перейдет. Ой, знаете что? Я пойду, а вы тут, короче, нельзя тебе уходить, это слишком опасно. Ты остаешься с нами. Никуда не пойдешь. Но Джесси, хватит, мы все одна команда, он остается. Кур размером с зомби. Вот с кем я бы сразился. Почему? Потому что я голодный. Как кто-то там. Ну, дождик пошел. Спасибо за компанию, Джесси. Да. Пожалуйста. Вот так вот. Значит, мы, короче, сейчас, скорее всего, переночевали. Все, настало утром. Все дела. Наша непонятная хижина из земли. Все. Поперли дальше. Угу. Солнышко светит, нормально, никого нет. Нет никаких опасностей рядышком, я понимаю. Не жаль, что происходит. Извини, что все так произошло. Честно говоря, я... Мне самому ужасно, короче, неловко. О, там что-то есть. Какая-то постройка, мне кажется. Давайте взглянем поближе. Ну, давай, давай, ползи вверх. О, оказывается, так даже лазить можно, да? Ну, это однозначно какая-то постройка, но это непонятно, что. Что мы ждем? Будем осторожнее. Должно быть, это он. Ни хрена. Не, свинка прикольная. Что это за место? Это мы и пытаемся понять. Это храм Ордена Камня.
Лукас, ты уверен? Он прав, смотрите. Обалдеть. Пойдем посмотрим. Давайте будем осторожны. А если заметите что-нибудь, включите, у нас вам. Короче, ладно, ребят, мы вроде бы нашли храм. Я думаю, на сегодня с вас достаточно. В следующей серии будем продолжать проходить эту игру. То есть вон у нас везде паутина, там, видать, какие-то паучки будут. Вот, поэтому на сегодня, ребят, наверное, закончим. Если опять же понравилось видео, не забывайте поддерживать меня лайками. Буду очень благодарен. Также пишите комментарии, пишите любые игры, которые вы хотели, чтобы я сделал на них обзор, либо прошел их. Вот. Также, если не подписаны на канал, не забывайте подписываться, делиться видео с друзьями. Пока-пока.